работает камера, и не знаю, возможно, наш рыбак сегодня был у господина де Блазия, выяснял, что делать с лошадьми в Центральном парке или что делать с рыбой в пруду в Центральном парке. Да нет, все очень просто. Просто Саша пришел к нам сегодня на программу не с рыбалки, а с работы. А работает он большим человеком. Привет, Саша. Ну, на рыбалке ты все-таки успел побывать. На рыбалке побывал. Небольшой успех, но 4 окунька на 4 рыбака мы поймали. Я бы всего лишь приврал бы чуть-чуть, Саш. Ну, какой лед, как есть. Итак, ты открыл сезон зимней рыбалки в минувшие выходные. С уловом было не очень. А в чем дело? Ты обычно с мешками рыбы возвращаешься. Ну вот, не все рыбалки такие бывают успешные. Бывают и на старуху, да, как говорится, проруха. Не знаем, как бы обычно на новый рыбалке, когда первый лед, рыба голодная и рыбалка хорошая. Ну вот не получилось, или наживка не такая, или мушки... Или мормышки не те, или время не то. Как-то не совпало. Может рыба быть, у рыбы магнитные бури, у них такого не бывает? Бывает и магнитный, и лунный календарь. Можно на что угодно пенять. Объясняться можно как по-любому. Суть, результат, к сожалению, не самый горный. Провели время хорошо. Ну хорошо, давай пробежимся сейчас по наиболее лакомым, так сказать, местам, где рыбаки обитают. В Майами всегда лакомо, там особенно ночью, вот из друзья, которые сейчас там на рыбалке, как бы говорят, что на кораблях, если идти в будний день, то цена, скажем, 20-25 долларов стоит пойти на рыбалку. А вот на выходные, когда много туристов, до 60 долларов за то же самое время. Поэтому те, кто живут в районе, желательно, наверное, ходить в будние дни. И людей меньше. Если на выходные как бы полная лодка, там 50-60 человек, то в будние дни 10-15 человек, больше места. Скажи, а что сейчас хорошо ловится во Флориде? Ну, барракуда, можно сейчас тюнер подошел. Барракуда, что ее едят? Да, вкусная, почему? Кингфиш ловится. А, у нас сейчас здесь вот, в принципе, блэкфиш ловится, треска подошла. Ребята ходили на корабле, взяли вот друзья немножко. Ты имеешь в виду Нью-Йорк? В Нью-Йорке, да, здесь на канале, на Шипшот-Бэй. С мостика ловится селедка, в принципе, весь мост перед лунопарком нашим находится во владении русских дедушек. Это такой длинный-длинный пирс. Длинный пирс, да. И, в принципе, здесь тоже есть мостик на канале, с которого многие ловят. И есть, в принципе, самый известный мост, где ловится селедка, это Магнолия на Фар-Роковой. И туда, в принципе, тоже все русские дедушки ездят ловить рыбу. Давай на всякий случай напомним нашим радиослушателям о правилах рыбалки в Нью-Йорке. Вот, в частности, селедка. Сколько можно ее выловить? Сколько угодно. Нет лимита. Хоть 100. Хоть 1000. Размер тоже не имеет значения. Не имеет значения, нет, без лимита. Единственное... А почему такое отношение к селедке, елы-палы? Это же самое главное закусь русского человека. Ну, ее много. Она приходит, пока не имеют с ней сложностей. Она с Канады, канадская селедка приходит. Наверное, им не жалко канадскую селедку. Понятно. Что происходит в Пенсильвании? Многие ездят в Пенсильванию на рыбалку. Пенсильвания хорошо. Уже устоялся, да, лед уже там покрепче, уже ребята на машинах даже заезжают, на джипах на лед. В принципе, Пенсильвания уже хорошо ловит. Даже а вот, что ловят в Пенсильвании? Что там можно сейчас ловить? Щука ловить? Ловится, крапи ловятся. Пару друзей поймали, вот сейчас я видел, форель поймали. Вот один даже поймал и отпустил осетра. Осетра? Да, они запускают как бы осетра, но они еще маленькие, они поэтому в лунку помещаются. Большой осет, конечно, не поместится в лунку. Саш, я очень благодарен тебе за то, что ты приходишь к нам на программу периодически. И я вот, например, сегодня впервые услышал, что, оказывается, в Пенсильвании водятся осетры. Они не водятся, их запускают. Ну, у нас в Нью-Йорке тоже, на Манхэттене практически каждые 2 недели кто-то ловит осетра. Он заходит, но все больше и больше. Пока их брать в руки нельзя. И даже фотографироваться с ними нельзя. То есть можно получить хороший тикет за это дело. Это с этим быть осторожным. Пока и говорят, что лет через 5 уже можно будет ловить и оставлять. Скажи, пожалуйста, простой, женский, тупой, глупый вопрос. Вот рыбаки, такие как ты, наверное, в рыбные магазины ты вообще не ходок. То есть для тебя это почему? Табу. Нет? Хожу, я же не могу все поймать. А какой ты там такой придирчивый? Ты не то, что там, посмотрел, дайте вот эту рыбку, все. Или ты так смотришь совершенно по-другому? Ну,
стараюсь, конечно, то, что поймал, то съел. Как бы не покупать. Но есть рыба, которую я не могу поймать или не успеваю. Ну вот Вероника тебя и спрашивает, какую рыбу ты, профессиональный рыбак, покупаешь в магазине? Я не езжу, я не могу на Аляску сейчас поехать. А на Аляске вот эти вот большие, господи, как они называются? Камбала такая огромная, большая, очень вкусная. Летом, скажем, у нас нет трески, а как бы вкусно. Приходится покупать там, если вот не поймал тюну, приходится на суше покупать. У меня дочка любит делать суши. Приходится покупать вот, илу или там, ну, как бы есть. Но ты такой придирчивый покупатель. Да, мы, да, понятно, я гурман. Что мы голову понюхали, вспомнили поговорку «рыба гниет с головы» и купили. А вот ты как, может, у тебя какие-то секреты, как ты выбираешь рыбу именно в магазине? Саша, я стараюсь, в рот. Я стараюсь не покупать то, что выращено на фермах. Я стараюсь не покупать то, что вот талапия считается одна из самых вредных. Как ты определяешь, что она выращена на фермах, эта рыба? Ну, есть вид породы, которые очень легко вырастить на ферме, скажем, талапия. Она в очень маленьких пространствах, и она, в принципе, вся выращена на комбикормах. Поэтому она считается самая дешевая и самая, как бы, вредная рыба для питания. А есть рыба, которая действительно, они покупают с лодок или, как бы, с океана, то есть настоящие дикие. Это, конечно, надо покупать. То есть, если рыба водится, скажем, в Китайском море, и она приехала там замороженная 2 месяца во льду ехала, то я, наверное, стараюсь ее не покупать. Но если я вижу, что это рыба, которая как бы выращена, скажем, на канадских фермах, скажем, тот же самый салмон, есть стилхед, почему не купить? Хорошая рыба, вкусно. Ну что ж, прими от нас с Вероникой идею, на которой сможешь зарабатывать, путешествие в рыбные магазины с Александром Гурманом. Скажи, пожалуйста, еще один вопрос. Вот как-то магазин на рыбная тема, уж извини, Андрюша, меня задело. Вот как ты относишься к тому, что в китайских магазинах, в китайских ресторанах приходишь, и лобстеры, рыбы, они там уже вот плавают. Ну и хорошо. Если плавают, значит, живые, Вероник. Но ты не считаешь, что это может быть как-то где-то бесчеловечно? Или китайцы где-то, азиаты нас где-то обошли, и это будет более свежее подано на стол, так они ткнут пальчиком. Сделайте-ка мне вот этого, товарища. Ну, это не очень, будем так говорить, гуманность для рыбы, что ее мучают перед смертью, и она считается, что рыба выделяет перед такая в состоянии стресса очень много всяких гормонов, которые вредны для поедания людей. То есть, если рыба просто правильно, как бы кошерная идея, когда ты убил рыбу и стекла кровь, и она правильно умерщвлена, она более полезна для человека. Понятно. Но мучения не мы привыкли, скажем, раков в горячую воду бросать живых, и это считается не так страшно. Хотя для американцев это считается кощунством и издевательством над живым существом. Ладно, Вероника увела немножко в сторону наш разговор о рыбалке. Что еще интересного вот в последнее время происходит в рыбацкой среде? Наверняка у тебя есть какая-то интересная история про запас. Последнее, что мне на работе стало интересно, что у меня очень много клиентов-терапевтов. И сейчас рыбалка стала чуть ли не главным способом для ряда заболеваний лечения. Они лечат сейчас, скажем, зависимость от азартных игр рыбалкой. То есть люди, которые занимаются, любят азартные игры, вот сейчас была лотерея, все покупали билеты, не могут остановиться, покупают, потому что они хотят азарт выиграть. На рыбалке, в принципе, тот же самый азарт. Я испытываю, я поймаю рыбку, не поймаю, вообще много поймаю. То есть, и это более не так дорого и так вредно, как азартные игры. Скажем, лечится рыбалка в зависимости сейчас от Фейсбука. Очень многие не могут остановиться и все время на телефоне. И многие как бы терапевты рекомендуют пойти на рыбалку. Когда ты гребешь 2 руками, у тебя нет возможности взять телефон. Потом останавливаешься посередине озера, достаешь свой телефон и смотришь. А связи-то нету в океане. И руки в наживке, в рыбе грязные. Ну как ты возьмешь свой телефон, который потом будет пахнуть этим всем? И поэтому как бы природа, небо, вода. Люди забывают. И вот таким образом они рекомендуют снимать зависимость. Это удивительно интересно. Значит, рыбалка
рыбалка сейчас лечит зависимость от Фейсбука, зависимость от азартных игр. Что еще? Еще лечит сейчас вот родители с детьми, когда bonding, то есть family therapy, очень многие разводные семьи, когда, скажем, отец там видит ребенка раз в месяц, раз в неделю, и у них нет связи. И очень многие, вот я видел, когда я был сейчас на рыбалке, им терапевт их послал на рыбалку, как сессию, потому что там требуется вместе. То есть один провалился, другой должен достать, один тянет удочку, другой помогает крутить. То есть это как бы совместная работа, не бандинг, как бы нечто, что как бы строит некую связь между отцом и сыном. Рыбалка в этом плане является как бы скрепляющим элементом. Я думаю, что лет через 20, когда мы все уже здесь немножко чокнемся от бесконечной работы, и каждую пятницу, субботу, воскресенье все будут проводить на рыбалке, все будут проводить на рыбалке. Да. Саша, единственное, что мне вот искренне интересно узнать от тебя, врачи, что едут вместе со своими пациентами на рыбалку? Ну, есть, которые действительно имеют гиды, которые едут, есть, которые просто советуют, что вот когда их спрашивают, как нам, вот мне с сыном, там, допустим, если отец с сыном не общаются и у них нету связи личной, что мне сделать, куда мне пойти с ребенком, чтобы сын хотел со мной общаться, да, обычно сейчас частый такой совет дает врачи, или, скажем, как избавиться от вот, зависимости от телефона или... СМС-очка пришла, между прочим, от одного из жителей города Филадельфия. Но человек пишет, зависимость от алкоголя рыбалкой не лечится. Очень интересный вопрос, кстати. Как ты думаешь, можно ли вылечить алкоголизм, отправив человека на рыбалку? Вот мы, например, на зимнюю рыбалку, на самом деле, вот спиртом действительно, если пьешь, вначале тепло, а потом холодно. Я предпочитаю лучше коньяк или там ром после рыбалки дома выпить, уже приехав. Но лайсенс можно и потерять за фляжку на рыбалке. Это раз. Это нельзя иметь с собой спирт на рыбалке, спирт, алкоголь. А во-вторых, я действительно думаю, что холодно. Многие русские рыбаки со мной не согласятся, но по личному опыту, если ты хочешь долго провести много времени на льду, то алкоголь не помогает. Может, на 10-15 минут и согреет, а потом будет холодно. Ну что ж, Стас, большое тебе спасибо. Давно ты не появлялся в нашей студии. Надеемся, что в этом году, наступившем, будешь появляться почаще. Это была рубрика «На крючке у Гурмана» с Александром Гурманом. Спасибо.